Возьмите исследуемое стекло в руку. Подвигайте его, глядя через него на какой-нибудь предмет. Обратите внимание на мнимое передвижение предмета за стеклом. Если предмет передвигается по направлению стекла, стекло рассеивающее. Если предмет движется в обратном направлении, стекло собирательное. Определив вид стекла, возьмите из набора минимальное стекло с обратным знаком. Сложите их вместе. Повторите движение стекла. Подставляя поочередно стекла возрастающей оптической силы, добейтесь отсутствия смещения предмета. Подобрав путем нейтрализации стекло, вы найдете равное искомому силе, но с обратным знаком.